Дамы и господа, в рамках автобусных туров не всегда удается посмотреть тот или иной музей. Многоликий Бенилюкс построен немножко по-другому. Как раз в том самом Амстердаме, столице Королевства Нидерландов, где мы бываем довольно часто. В многоликом Бенилюксе мы бываем довольно долго. А это значит, что у нас есть возможность побывать в Рейхсмюзеуме. А дело в том, что великих работ, потрясающих картин, знаменитых групповых портретов или натюрмортов голландских в Рейхсмюзеуме много, но есть и шедевр действительно на века – Рембрандт ван Рейн «Ночной дозор». Интересно, что работа висит в конце, в торце очень длинной, светлой и большой галереи. То есть, зайдя на второй этаж музея, вы уже издалека ее видите. И она тянет, она вытягивает вас, она манит. И вы, подходя к картине, видите, как совершается какое-то театрализованное действие, что ли, как выступают из тени те или иные стрелки того самого дозора. Картина наделала шуму в свое время. Картина является одной из самых знаменитых живописных работ, пожалуй, вообще 17 века. Здесь сделаны вот такие вот информационные плакаты. Вы всегда можете уточнить какие-то детали и посмотреть, на что стоит обратить внимание. Главное, что здесь есть вот такие мягкие диванчики. Можно присесть и полюбоваться одной из самых знаменитых работ Рембрандта, конечно же, в Национальном музее Голландии, конечно же, в туре «Многоликий Бенилюкс».